Агюстен Дьюфор. Мы говорим, а Бог делает. Губернатор двуличен. Бастиена помогает, но наша свобода еще далеко. Все дальше. Такой воин нам бы очень пригодился. Благодарю, но я служу другому братству и обязан буду вернуться к ним. Лишь духом ведомо, когда это будет. А пока я дам вам приют и оружие. Возможно, наши цели совпадут. Что нужно? Рекруты, беглые рабы. Воины пополнят наш отряд. Прочие — наше поселение свободных. Ветка за веткой птица вьет гнездо. Думаю, пока что я могу помочь. Помощь есть помощь. Помогайте, пока сможете, и вас вознаградят. Торопитесь, у нас много дел. Да, хорошее вознаграждение ствол нам дало. Мы так спокойно могли и сами взять его. Вознаградил он, значит, да, так нас? Не, ну понятное дело, у негра... Так, освобожденная работа принесет вам доверие других освобожденных невольников. Ну, это понятно, понятно. Вербовка Марон. В общем, карма. Ясно все. Освобождение. 60 рабов у нас освобожденных. Мароны рекруты какие-то. А, это типа 60 просто рабы, а 4 это типа кто драться может. Понял, понял. Матросы, награды. Матросов нет вопросов, все ясно. Так. Купить. Купите боеприпасы для мушкетона. Мушкета, короче. Ну, давайте купим. Опа, мочите. А, ну, конечно, нельзя купить, пока не купим это. Все ясно. Малая свинцовая дробь. У меня есть то, что может вас заинтересовать. Так, ну давай, давай, я хочу купить. Давай. Так, мочите. Так, нужно... Сколько рабов надо освободить? 300? Ради... Ёкаламаны. Ну, я понимаю, что... Простой... Сумки. Ну, давайте сумки тогда купим. Так, сумка... 0 реалов? А можно спросить такой вопрос... А для чего тогда тут деньги? Корабль, значит, полностью... Стоп, стоп, кстати, насчет того, что корабль тут полностью прокачан. Вы помните, мы же его потеряли. Ну да, да, конечно. Конечно, ну я понял тактику разрабов. Так, так, малая Шенбяо. Ну, кстати, хорошая вещь Шенбяо. Что-то я как-то мало ее использую. Что нос еще чешется. Так, кость и кожа игуаны. Ну давайте оставим, в принципе, 90 реалов. Мудро, чё? Капитан. Нафиг нам. Нужно быть готовым ко всему. Ну, естественно, мудро, а ты как хотел. Я же самый мудрый нигер. Что ты хотел? Так вот, что там мы остановились на Биошоке. Биошок Инфинит. Это, можно сказать, все та же, ну, серия Биошока. Но теперь мы наверху, в городе... Кстати, какой там город? Мёкарный Бабая. Забыл я город. Ну, это не важно, это не важно. Главное, что там есть Элизабет. Элизабет, красоточка наша. Да, но не только Элизабет. В основном, вы не подумайте, что я на второе место... Игру поставил из-за только персонажа. Нет, ну персонаж тут тоже влияет, конечно, на все, но сюжет просто бомба. Потом концовка это что-то с чем-то, ребят. Я, например, вообще ни хрена не понял. Мне пришлось второй раз перепроходить игру и на форум даже залезать, да, чтоб точно уж все понять и потом уже вам все это сказать. Так. Продолжить. Блин, я ничего не прочитал. Блин. Так, Аладдин, чтобы прицелиться. Я что-то заговорился и даже ничего...
Ни хрена себе! Святые ананасы! Вот эта пушка! Ёкарный бабай, а? Вот это я понимаю, дробовичок. Хотя, стоп, написано 7 зарядов, значит, это не дробовик. Она большим ядром пускается, правильно? Тогда почему ж мы не отлетели в сторону? Херня тут какая-то творится непонятная. Потому что с такой отдачей, думаю, наш Адевали бы уже давно на земле бы валялся. Так, а, это всего лишь... Я-то думал, что мы кого-то тут из охранников пропустили, но нет, нет. Так, задание недоступно завербовать Марона. Чё? То есть, чтобы выполнить задание, нам надо еще и освобождать негров. Ух вы, какие Ubisoft-ы хитрые. Ай, хитрые. Я ж вангую, что как раз 2 часа, и поди-ка мы вот эти 2 часа и будем туда-сюда бегать, освобождать Маронов. По-любому. Да, ну 350 рублей все-таки за такое дополнение. В принципе, мне нравится. Давайте посмотрим карту. Так. Ага. Ну, в принципе, так. Карибский бассейн. Навряд ли вот это, конечно, все откроется. У меня такое подозрение есть. Но если откроется, тогда... Ё-моё. Не, должно открыться по... По-моему, или не должно. Я точно не знаю. Я не помню, как в оригинале. Там можно вот вверх было? Или все-таки там тоже упиралось, если не открывалось? Так что я что-то не могу сказать, но... Да, думаю, на 2 часика, на 3 даже сойдет. Ну, тоже неплохо. Ладно, на чем мы остановили? Bioshock Infinite. Сюжет концовки. Это просто охрененно. Я с другом, вот, с другом мы... Мы в скайпе, не знаю, где-то 2 часа вот посвятили разговору о концовке. И все-таки вот это, нет, вот это он говорил. А я говорил, что вот это. Типа, Камсток нет, он совсем другой. В общем, так, парень, ты забоговался, что ли, бедняга? Ну ничего, 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 я тебя спокойненько отсюда освобожу. Что, не смог, что ли? А ну-ка, я могу вот этого убить? А нихера. Да нет, смогу. Как его? Это было трудно, но я убил его. Да. Так, а с тобой что мы будем, мой друг, делать? Никак не сможем, что ли? Не, не сможем мы его никак. Видимо, достать. Офигеть. Вот, представляете, в реальности вы вот так вот запутаетесь в лианах. Ох, бедолага. Он же никогда отсюда не выберется, а? Ай, жалко мне его. А ты что тут? Ну-ка пошел, и ударить никакого нельзя. О, украсть, украсть зато можно. А. Не, нельзя. Ладно, похрен. Забьем. Так вот. Мы целых 2 часа, блин, пожалуйста, общались, пощадите, на тему, как же вот этот Камсток что-то там разрулил. И все-таки, почему Элизабет его придушила. И, в общем, много. И остался ли Букер вообще в живых. И вообще теперь его ли это дочь. Ах, много было вопросов. И, господи, я просто ожидаю еще такую же игру. Типа с таким же сюжетом, чтобы посвятить время на форумах, прочитать. Это знаете, как интересно. Я не знаю, бывало у вас ли такое чувство, но мне это дико запомнилось. Да. Так, еще один раб. Блин, нам 20 таких штук надо. Ой, 15. Ты пожалеешь! Тихо, пожалеть ты... Ты только будешь, все. Марон Рекрут. Ага, еще... Отлично, еще 14 надо нам. Так, пойдемте на суд какой-то негров. Только я в прошлый раз что-то завалил. Как бы нас обнаружили. Может тут как-то... У меня есть для вас корабль на примете. А-а-а, это задание. Приходите, достаточно людей, чтобы собрать команду. Ух ты, мы корабль были.
Пули не будем, да. Пустите свой шанс, господа. Так, давайте сразу всех посмотрим. Как мы делаем? Не-не-не-не-не, тихо-тихо. Спокойно, одывали. Я, конечно, понимаю, что ты темпераментный, да, нигер? Но все-таки... Твою ж дивизию, один нас заметил и... А почему? Мы что, в розыске, что ли? Нихера себе. Да блин, так хрен кого выстрелишь, я вам сказал бы. Так, давайте потанцуем, абрикосики. Абрикосы, мандарины. Что вы за фрукты, а? А, вы как крысы, вы не фрукты. Вы девки проклятые. Цыкаете. Опа. Спокойно. Все, я уже понял, как отодвигаешь этого и убиваешь, кто стоял. Все. Негры так одновременно встали. Встать, лежать. Ну, видимо, ученые нигеры. То есть, команды многое спасибо. Давали. Храни вас, Господь. Разве можно было иначе? Не, ну Господь-то вас храня. Почему всего трое-то вас? Значит, что такое вообще происходит? Их пятеро, но освободил я трое. Да, да. Это, конечно, круто. Так, ребят, вы... Уходим, освобождаю вас. Тихо, живой щит! Спокойно! Оп. Хорошо ты подвернулся, а, довольно Гаврила. Все, этого сразу по яйкам. Вот так хорошо драться. Адывали нас учит драться, ребят. Вот увидели гопника, сразу им по яйкам давайте. Все же кажется легко. Тихо. Вот так вот. И, или по животу. Это, чтоб наверняка... Эй, котик, тихо! Я тут сражаюсь. Ууу, собачка, собачоночка. Черт. Ай, вот одного. Как пробить защиту? Ай, ноль, блин. Так, все. Тихо, ёкарный бабай. Ни хрена себе, я думал, я сдох уже. Да ёб твою мать. Да, бля. Так, ребятки, мы с вами продолжаем. Нас убили, конечно же. Как же без этого? Конечно. Так, ну ты пока валяйся. Здравствуйте, Мисух, а вы хороши, но я с вами, к сожалению, ничего не смогу сделать, только украсть. Ну дайте мне хотя бы украсть, а. Ну что-нибудь дайте мне с вами сделать. Ну почему же изнасиловать-то нельзя, а? Я же негр все-таки. У меня изюминка в плане изнасилования есть. Так, лежать, мои друзья. Ой, спокойно. Запретная зона, тихо. Я знаю. Не надо мне ничего говорить. Всена нет, всена мне не надо. Так, мой друг, я тебя, наверное, вот так вот обворовываю. Ну, чтобы времени не терять, а потом вот так вот. А то сначала убиваем, потом что-то ну, так, мне кажется, дольше. Так, ребята, вы свободны, выходим. Какой два всего? Я тут вообще-то... А, там было написано. У тебя есть право на выбор. У тебя есть право на выбор. Или ты уходишь, или остаешься здесь. Я смотрю, ты не торопишься, мой друг. Смотрите, как он потихонечку идет, а. Ну-ка, давайте-ка. Вот так его. Ну-ка, его обратно в клетку можно засунуть? Ну-ка. Толкнуть его нельзя, понимаете, в чем проблема? Или можно? А, он сквозь меня прошел. Понятно, понятненько. О, собачка, собачоночка, иди сюда. Барбос, барбос! Ай, пульсирует у него носик. Посмотрите. Еще раз, давай, смотрите. А, пульсирует у него носик. Как он? Блин, как он хвостиком-то виляет. Ой-ой-ой-ой-ой. Черт возьми, а носик-то, носик пульсирующий, а ушки на макушке, блин. Ай, как же хорошие собачки, я бы накормил. Всех бы приютил бы собачонок. Ну, видели же все фотки, как там издеваются над собаками. Ну, это жалко таких. Ну, расстреливают бродячих сейчас. Ладно, не буду вам говорить. Все-таки что-то мы на грустную паузу пошли. Не надо так делать. Ух,
Так, топ, топ, топ. Ну, про Биошок я сказал. Второе место заслужило. Надеюсь, будет скоро... Не, ну, понятное дело, что эпизод второй скоро будет. Это... Все это знают. Но все-таки хотелось бы... Пожалеешь ты только. А, это негры говорили, я думал, этот. Что-то как-то показалось. Бог все видит. Да-да-да, видит, видит. Ну спокойненько! А представляете, если бог черный, а? Вот я бы тут поржал бы. Так, Афро Иисус. Так, ребятки, выходим. Спасибо. Твоим мукам конец. Вашим мукам конец. Спокойнее, спокойнее. Вы свободны. Нихера себе! Ребята, 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 я думал, вы братья, вы, не знаю, друг за друга, а вы так толкаете, ну, понятно все с вами. Все с вами понятно. Ладно, а вот посмотрите, а вот эти негры какие-то... Нет, это не нигер, это более такой, такой тон черный, конечно, ну такой коричневый, слишком загорелый. Хотя вот, вот тут вылитый негр, если посмотреть. Сэр, вы нигер? Скажите, пожалуйста. Нет, не негр, при свете можно заметить. Если бы он негром был, он бы первое, либо своих братьев бы бил, ну как вы сами видели. Негры какие-то. Ну, они, видимо, служат, что ли. Так. Служат этим французам. Ну, естественно, а зачем подвергать своих братьев-французов, да? Своих войск. Когда можно просто негров заставить убивать негров или. Ну, имеется в виду воспитывать. Ну, только так вместе далее. Мы поняли. Покончим с этим злом. Да, да, да. Зло вообще. Ужасное зло эти французы. Будь они прокляты, уроды! Говнюки. Хотя рабов-то до хрена было. У нас в России белые, понятное дело. Спокойней, спокойней! Спокойней. Посмотрите, вот он нигер. Вижу тебе на плече красивую лилию. Красивую лилию? Это что, типа вот так вот татуировки выбивали, что ли? В ранних временах. Сбежишь еще раз, лично отрежу тебе ногу. Ничего себе. А как он работать будет? Не, ну в принципе, как негры работали-то? Они вспахивали землю. Ну и как он работать-то будет? Я даже не знаю, о чем делать будет. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. На это можно смотреть, не знаю, сколько. Ладно, хватит. Хватит, закончим мучение бедных негров. Блин. Спасибо, месье. Не, ну я не садюга, я не садюга. И не расист. Ни в коем случае, ребят, ни в коем случае. Не садюга, не расист. Хотя, хотел сказать, на это можно смотреть вечно. Ладно, это шутка. Да, знаю, не смешная шутка, все. Надзиратели ищут беглых рабов. Ну, конечно, конечно, я раб. Ну, как хотели. Я раб. Беглый. А чё мы встали? Спокойно. Ну, ребята, а чё случилось-то? Спокойно, спокойно. Дальше пойдемте. Как будто ничего и не бывало. Я же всё-таки ассасин. Я должен в толпу смешиваться. Давайте. Спокойненько так идем. Ни хрена негр, блин, какой дерзкий, резкий-то. А, они сами по себе, что ли? А, они с точки на точку идут, понятно. Ну, что такое, что такое, что такое? Ладно, мне кажется, я какую-то хренью начал страдать. Вы спасли меня? Все еще впереди. Что значит тебя? Я всех спас? Да... Какие наглые нигеры, а? Толкаются-то как, а? Вот вы представляете, вот вы спасли человека, а он на тебе и толкает со всей дури вас. Да, истинное, истинное, как бы сказать, поведение негров. Да, уж африканцев имеется в виду. Как это более тематически-то сказать? Блин,
Нет, забыл слово, забыл. Более научно есть такое слово, блин. Поведение всей страны. Как это называется? На букву К, что ли? Или как-то так? Блин, забыл. Вот вылетело из головы. Ладно, проехали.